Давайте вспомним первое событие декабрьское, которое у нас произошло неделю назад буквально. Это, назовем это регулярным розыгрышем, вернее не розыгрышем, а награждением лучших фандрайзеров топ-10. Рейтинг у нас ежемесячно проводится. И из числа участников, которые проявили себя наиболее активно за этот месяц, то есть произвели наибольшее количество передач благотворительной эстафеты лично и таким образом способствовали привлечению наибольшего количества денежных средств на благотворительность. Тут именно это у нас учитывается в первую очередь при подсчете результатов топ-10. Так вот, такие участники у нас получают вознаграждение от компании, и их лица, их аватарки, их имена сейчас перед вами. Это первые 5 позиций, я их назову с удовольствием. Первые 3 места, к слову, получают денежные вознаграждения, уже получили их, да, это было еще 1 декабря, сразу как только ноябрь завершился, мы сразу же подвели итоги. Сейчас уже идет борьба за призы декабрьские, она, кстати, тоже интересна, но о ней чуть позже. Итак, я рад поздравить Ирину Агапову с, в общем-то, наверное, бесспорно первым местом. В этом месяце Ирина, ну, дала всем абсолютную фору и вышла вперед очень и очень уверенно. Если я не ошибаюсь, то Ирина еще ни разу не занимала у нас первую лидерскую позицию. Ну, тем приятнее ее с этим достижением поздравить. Я надеюсь, что это далеко не последнее первое место. Ну, а в топе Ирину я лично всегда наблюдаю. От этого тоже очень-очень приятно, что наш с вами соотечественник постоянным лидером, одним из лидеров является. Итак, Ирина $300 получила уже за свое первое место.